Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Смотрите, как меня окружили мои бройлеры. Все хотят есть, поэтому меня клюют. Они, бедненькие, сидят 16 часов без еды, готовились к забою. Но мы решили не всех забивать. Сейчас мне надо отобрать 3 курочек, 2 петухов, а остальных накормить. Передумали мы забивать всех. Вот вы посмотрите, как они за мной бегут. Ну и еще забьем петушка Red Brow. Посмотрим его вес. Сейчас я быстренько взвешу тех, которых забиваем. Вот, отсажу сюда. Ну, остальных быстро-быстро кормить. Сейчас посмотрите их вес. Здесь я уже приготовила корзинку. Приготовила весы. Сейчас вместе с корзинкой обнулю. Все. И начинаем взвешивание. Итак, взвешиваем. 3 курочек нам надо. Так, тихо. Вес этой курочки 6500. Давай, хорошая. Так, еще одна курочка. Ее вес 5900. Маловато. Идем. Вот еще одна курочка. Ой, какая тяжелая. Вес ее. Ну, где-то 6300. Пошли, моя хорошая. Ой. И сейчас я иду за петушками. Я оставшимся там покушать. А то своими криками они мешают мне снимать. Так, на голову я буду одевать перчатку петуху, чтобы не клевался. И поэтому обнуляю. Обнуляю весы вместе с перчаткой. Чтобы эти 16 грамм вас не смущали. И несу я петушка. Самое интересное, петушки какие-то желтыми пятнами. Хотя это рост 308. Вес этого петушка. Ну надо же, у меня курочки весь практически больше, чем петушков некоторые. Все, вот такой петушок. Я пошла за следующим. 5900. Вот еще один петушок. Возраст я, наверное, вам уже сказала. Им 4 месяца, этим бройлерам. Ну, если быть точным уж, то 4 месяца и 2 дня. Вот, пожалуйста, 6900. А тут получается 5900. Или тут тоже 6900. Ну, вот смотрите, петушок. 4-месячный петушок. Давайте мы с вами его посмотрим. Вот он как выглядит. Чего ты там скукошился? Вот его вес 6900. Вот такой петушок. Все. Я его выпускаю. И иду за Red Brow. Ой, я сейчас задохнулась. Надо было Василия позвать. Вот, смотрите, какой петушок. И кстати, они голодные. 16 часов не ели. Вот смотрите, и вот эти курочки не ели. То есть вес вот петушка 6900. Надо еще прибавить 350 грамм, потому что за 16 часов они теряют по 300-350 грамм. Так, вот это мне уже не нравится. Сейчас они начнут топтать моих кур, и мои куры будут в синяках. Так, я их сейчас отсажу в курятник петухов. Точно так и сделаю. А потом буду Red Brow взвешивать. Ну, а теперь смотрим вес Red Brow. Первый год выращиваю я цветного бройлера. И мое первое взвешивание уже нормального к забою петушка. И вес его 3860. И это еще в незабитом виде, но голодного. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Ой, нет. Его опасно, наверное. Он, наверное, сбежит. Нет, не буду снимать. Я его еле поймала.
Ну все, покажу вам потом вес после забоя. Сейчас я его выпущу и покажу вам, какого петуха я взяла. Самого противного. Он у меня тут краской отмеченный. Смотрите, какой красавчик. Давайте покажу. Вот. Смотрите, какой красивый петушок. Вот. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, какой Петя. Цветной бройлер. Все. Как бы мне его закрыть, чтобы он у меня не выбежал. А то я его и не донесу. Все, пошли. Ну что, друзья, настал следующий день. Я взвешиваю курочек. Мне кажется, это петух. И мне кажется, самый большой. 5,280. Вы видите его вес. Давайте вот так вот поставлю, чтобы вы видели петушка. Я буду взвешивать быстро, потому что у меня сейчас приедет клиент за этой птицей. Поэтому мы прям бегом, бегом, бегом. Вот такой петушок, я думаю, вам видно. Да, видно хорошо. Еще один петушок. Желтенький такой, прям смотрите какой. И вес у него 6,4 килограмма. Но этот поменьше. Но смотрите, мне все-таки не нравится грудка у росов. Если у кобов она как сердечко, массивная, то видите, какая вытянутая у росов. Ну, не нравится. Ну, а теперь курочки. Эта курочка весит. Все уже охлажденное, это другой день. То есть вес уже нормальный. 4,830. Еще вес курочки. Небольшая эта курочка, мне кажется. Что-то я в пакете вам дала. Ну ладно. 4,500. Тушки кончились. Это все курочки идут. 4,400. Вот хочу вам показать. Да, жир есть. Жиру много. Но специально самую жирную показываю. Но он мне нужен, этот жир. И еще одна курочка, рост 308. Весит она 5,140. 5,146. Вот такая курочка. Ну, а теперь давайте посмотрим тушку цветного бройлера. Посмотрите, какая она синюшная по сравнению, конечно, с белым. Какая-то прям синенькая-синенькая. И маленькая. Грудка прям совсем маленькая. На 3800 был этот бройлер. И тушка 2770. Вот четырехмесячный цветной бройлер. Red Brow. Ну вот и все. Вы были на канале Солнечный Дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока.